Но раз уж Регина оставила его в своей комнате, предлагаю прихватизировать. Опа. А у меня сейчас не получится. Не волнуйся. Мне есть чем тебя навострить. Мама. Мой конь сбежал этим утром. Во, блин. Хреновая новость. Привет, мамани. Кинжал. Тот же самый дизайн и узорчики те же. Знаю идеальное место. Мы с пацаном и туда и отведем. Это что ж за эгоизм такой? Отчаянные времена. Господи. У меня отец тоже рано помер. Ой. Здравствуйте, миледи. Это что, магия? Нет. Это газява. Давайте разглядим поближе эту хрень. Нужно было довериться чутью, ведьма ты клятая. Хрен его знает, что там произошло. И что, теперь ты меня убьешь? Трусиха! Заткнись. Если она хочет, чтобы я вытащил меч, так давайте я попробую. Если не получимся, то хрен с ним. Даже не вздумай бежать от меня, хромоногий. Поднял меч, и будем лепить из тебя героя. Вы несколько сошли с пути, мисс Свон. Не мисс Свонка мне тут. Не писай на пол, Генри, у меня все под контролем.